Так, от мюзикла до фильма «Матьё Амальрико» невероятная популярность этого сценического жанра достигла Америки. Блеск и фривольность парижских кабаре неплохо перенесли переезд, а такие исполнительницы, как Шер и Кристина Агилера, подтвердили, что у бурлеска есть не только свои зрители, но и те, кто охотно принимает участие в спектаклях. Бурлеск возник на стыке разных искусств. Тут есть немножко от циркового представления, от музыкального шоу, от кабаре и от стриптиза. Одно из самых известных имен в американском бурлеске сегодня – это Дита фон Тис, сумевшая стать настоящей звездой. А сегодня в большинстве крупных городов есть уже свои труппы, которые показывают спектакли в жанре бурлеска. Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк. И на юге страны тоже, конечно же, в частности, в Атланте. В основе бурлеска танец, и усилия от участниц он требует соответствующих, поэтому удача спектакля измеряется количеством репетиций. Любая импровизация должна быть подготовлена, потому что на сцене мы ни от чего не застрахованы, но когда все проходит удачно, счастье трудно выразить. В бурлеске слышатся отголоски феминизма, сознание своей привлекательности, а это дает силу. Мы те, кто работают в этом жанре, способны это выразить на сцене.